сегодня в рамках форума мы приготовили с Сергеем Зениным и с коллегами, с нашими, значит, три блюда. Мы использовали два сорта. Это садон и спринтер. Спринтер мы использовали как картофельное пюре, а садон использовали как картофель для чипсов. Соответственно, мы приготовили разные текстуры и пюре, в том числе одну сделали, одно пюре в первом блюде закуски, оно было через сифон, более жидкое, со сливками. Второе мы сделали, насытили его трюфельным маслом и превратили, соединили вместе садон и спринтер как мильфей пюре, плюс томаты, разные ингредиенты, масло трюфельное слоями, чтобы было несколько текстур. И третье блюдо мы сделали как горячее, язык в глазури, плюс пюре, добавили туда зеленый лук и томатное масло. А остатки чипсов мы мелко порубили, покрошили и использовали как вкусовую хрустящую добавку уже в конце на сам язык в глазури. Люди отреагировали очень комфортно, но внимательно слушали, не мешали, потому что рассказов сегодня было много. Много про мою жизнь, много про нюансы приготовления еды и наших блюд в том числе. Мастер-класс получился очень классный, на мой взгляд, потому что никто не мешал, никто не кричал, никто не задавал каких-то глупых вопросов. Все, видно, люди с пониманием на форум приехали не просто так, а люди, которые изучают картофель, изучают все эти нюансы, с удовольствием слушали, что можно сделать. И наверняка кто-то возьмет какие-то нюансы для своего дома, для домашнего приготовления и внедрит их потом в угощение для семьи.